В сказку верят не только дети, но и взрослые, особенно накануне Нового года. Попасть на островок детских грез можно, если посетить резиденцию Дедушки Мороза. Она открылась в Иванове в минувшую субботу. Рассказать старику Морозу стихотворение и получить сладкий подарок может каждый. Нам очень понравилось, выступление. Дед Мороз очень милый и Снегурочка. Особенно Варе понравилось. Ну и, конечно, новое оформление великолепно смотрится, даже лучше, чем в прошлом году. Резиденция Деда Мороза населена сказочными персонажами. Каждый уголок волшебного пространства завораживает маленьких посетителей. В этом году резиденция украшена иначе, не как в прошлом. Мы стараемся не повторяться, то есть каждый год искать какие-то новые решения, новые дизайны, можно сказать. В этом году у нас появились замечательные гномы, тоже анимационные фигуры, они двигаются под музыку, поэтому думаю, что это детям будет дополнительно интересно. Резиденция будет работать ежедневно с 10 утра до 9 часов вечера. Посидеть на коленях у Дедушки Мороза и сфотографироваться на память со сказочным стариком можно совершенно бесплатно. Чтобы все желающие смогли прикоснуться к сказке, Дедушкам Морозам придется работать в три смены. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.